Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сейчас, ребят, поиграем в новую вот эту вот игрушку про пчелок, симулятор спасения пчелок, или как там она называется, в общем, без разницы. Сейчас, ребят, я вам хочу показать, насколько я развился в этой игрушке. Вчера ночью я немножечко подзадротил, ребят, постарался и достал почти всех пчелок, которые можно вообще спасти в этой игре. Сейчас я вам покажу вот свои ульи, и в этом улье вы увидите всех 16 пчелок, ребята, которые раньше были в игре до сегодняшнего дня. Но это только до сегодняшнего дня, ребят. Сегодня вышло обновление, в котором добавили еще одну пчелку, которую нужно спасти. И она называется вроде бы пчела-пират или что-то типа этого, ребят. Она находится на новой локации с очень-очень-очень такими похожими декорациями, ребят, где очень много разных сокровищ, сундуков, корабль пиратский и все в том духе. Короче, сейчас, ребят, смотрите, еще в этом ролике я вам хочу показать то, что я могу использовать один хороший код, с помощью которого, ребят, я себе куплю очень-очень крутую, ребята, пчелку. Ну, не пчелка, а тут, ребята, эти штуки называются дронами. Это рабочий робот-пчела, который будет за вас делать и собирать пыльцу. Окей, ребят, смотрите, сейчас мы спавним свою пчелку. Ой, что-то я тихо не мог попасть, ребят, она куда-то улетела без меня. Окей, засели мы, летим. Теперь, ребят, мы на остров, где находится эта пиратская пчелка. Сейчас мы по бырику ее достанем, попробуем ее достать, ребят. И, не знаю, возможно, получить там еще пару вот этих вот капелек меда, я не знаю. Я там, ребят, как-то случайно пролетал и видел, что там на острове, там вроде бы даже два острова есть, не один, вот на одном острове, ребят, типа на облачке есть корабль, а на втором острове, ребят, я видел, что там есть просто капельки меда, которые висят на карте. В общем, сейчас мы их пособираем, ребят, используем код, и, ребят, попытаемся по бырику найти эту пчелку пиратскую, забрать также награды из нее. Окей, давайте мы сейчас долетим. Блин, вот как, ребят, улучшить свою скорость полета? Ну, в принципе, я знаю один хороший способ, но там для того, чтобы этим, ребят, заниматься, мне нужно потратить очень-очень много вот этих капелек меда. Но это я вам потом покажу в следующих роликах. Пока что, ладно, пока что, что есть, то есть. Окей, смотрите, тут вот, видите, есть корабль. И на корабле, ребят, я не вижу ни капелек меда, нифига нету. А вот уже на этом острове, вот видите, вот тут вот есть капельки меда. Вот там вот на сундучках вижу есть, на бочках. Вот там вот в воздухе зависло, плюс всякие сундуки. А эти монетки можно собирать из лодки или из сундука, ну-ка сейчас. Ну и сейчас, ребят, мы по бырику соберем вот эти вот все капельки меда. Блин, а как мне отсюда-то выбраться? Я что-то не могу выпрыгнуть. Ой, ой, ладно, вот так вот. Окей, теперь, ребят, мне нужно сейчас использовать свою пчелку. По бырику, как пока она не исчезла. 3 секунды, 2. Опа, все, супер. Отличненько, так, забираем сейчас вот эту капельку меда, теперь вот эту вот с помощью нашей пчелки. Супер. И теперь, ребят, нам что осталось? Нам осталось еще одну капельку меда, и мы, ребят, летим назад на корабль. Сейчас на корабле мы должны что-то найти очень интересное. Я надеюсь, что кроме пчелки, которую мы спасем, мы еще найдем какой-то либо кодик, либо, ребята, ну, еще что-то. Я вот помню, играл на одном из островов, там был такой чувачок с тыквой на башке, это вроде клеверный остров, и там он мне сказал звездный код. Я хотел использовать этот код, но он почему-то не работал. Я так понял, что время этого кода уже истекло, и он больше не рабочий. Ладно, я вижу тут вот какой-то чувачок, я хочу к нему допрыгнуть, но он, ребята, знаете что, он, мне кажется, что хочет дать нам какой-то код, но я не могу к нему добраться, как туда вылезть-то? Вот очень-очень-очень, оп, почти-почти, я понял, ребят, сейчас смотрите, что будем делать, вот тут будем прыгать, вот так вот, почти-почти-почти, опа, давай, отлично, так, что-то он вообще никакого диалога не показал, я так понял, что он никакого кода нам не хочет давать. Ладно, короче, ребят, давайте пойдем сейчас в корабль, посмотрим, что там сейчас происходит. Ух ты шо, ребят, посмотрите, тут есть Хат Рестор, тут можно удалять шляпы, можно надевать шляпы, смотрите, какая у меня шляпа крутая, сейчас на голове. Прикольно выгляжу, а костюмчики можно надевать? А ну-ка, сейчас попробуем, так, что-то не нажимается, а ну, оп, ну, а где костюм? Мне что-то не дает костюм, ребят,
Это, наверное, из-за того, что у меня сейчас необычный скин. У меня как бы сразу костюм готовый. Ну ладно, короче, так. Ну, шляпа красивая, конечно, но мы ее удалим, чтобы она нам не мешала, чтобы не думали, что мы своровали. Окей, сейчас, ребят, смотрите. Ребята, тут все очень уютненько сделано. Ребят, как будто бы я в каком-то ресторане сейчас нахожусь, но вопрос один. Только один вопрос у меня. Где пчелка? Так, а ну-ка, оп. Оп, что-то вижу. Опа, что-то я вижу. Что-то вижу. Так, как тут... О, блин, ребят, видите? Записка. Используй код. Ахой. О, ничего себе. Давайте мы сейчас этот код и используем, ребят. Интересно, что же он нам даст? Ну, очень сильно бы хотелось, чтобы этот код дал капелек меда как можно больше. Окей, пишем. Ахой. Так, там, а, вроде бы с большой. Давайте поправим это вот. Вот так, отлично. Вводим и смотрим. Смотрим внимательно. Бынц, я увел. И что я получил? Я чуть не понял, что я получил. Ну, вроде капельки меда, не? Или не? Или да. В общем, короче, давайте мы сейчас, пока не вышли из этой вкладки, давайте сейчас я вам покажу два кода, которых я хотел раньше ввести, ребят. Первый код, это называется GIM Drops. Этот код, ребята, он вам также даст 50 вот этих вот капелек меда. Окей, и сейчас еще один код, ребята. Этот код, он дает монеты, сколько монет, ой, не монеты, а мед. Сколько меда, ребят, сейчас смотрите, вот, GIM. Так, блин, я чуть не скопировал, ладно, давайте сейчас мы его вручную введем. GIM Honey. И за этот код, ребят, вы получите аж 300 меда. Этот код очень хороший, в начале игры вы можете его ввести, только зашли в игру, ввели код. Потом этот мед использовали, немножечко полетали, ребята, там даже некоторых пчелок открыли. И побырько, оп, тихо, надо это все забрать, надо не пропустить ни одной капельки, потому что эти капельки очень-очень ценные ресурсы. Окей, пчелку спасли, код ввели, все, давайте возвращаемся домой, я вам давайте договорю то, что я хотел сказать. Короче, этот код вы используете, получаете мед, с помощью этого меда летите на самый первый остров, самый близкий, получаете 300 коинов и плюс спасаете одну пчелку. И за 300 меда вы, за 300 коинов вы можете купить себе новый, ребята, крутой, очень крутецкий какой-то предмет для прокачки. Окей, давайте мы сейчас будем покупать дрона. Так, дрона за 300 монеток. Блин, вот сейчас очень сильно бы хотелось хотя бы вот этого дрона, который вот пурпуровый вроде бы, или какой он, или хотя бы розового или синего, потому что, ну, вот эти вот два нубских, они, ну, совсем нубские, вот по 2 меда в секунду они качают, что тот, что тот, и capacity у них одинаковый. В общем, давайте, поехали. Опа. Блин, ну зачем? Ну зачем мне выпал вот этот зеленый дрон? Я понимаю, что мне зеленый цвет очень сильно нравится, но я не хочу, я хотел другого дрона. Ну ладно, в общем, вот такая вот неудача. Давайте мы сейчас его поставим себе в инвентарь. Так, где он? Где он? Так, вот, тихо, тихо. Осторожненько, нажимаем кнопочку дроны и используем вот этот зеленый дрон. Во, видите, у меня уже есть два дрона, один зеленый, другой желтый. Я бы еще хотел, ребят, задонатить и купить еще один слот для дронов, для того, чтобы, ребята, очень быстро прокачиваться в режиме АФК, просто стоите, а эти дроны работают за вас. Но, блин, так как эта игрушка не настолько круто развита, тут нечего больше уже делать, ребят, только прокачивать свои престижи и купить некоторые предметы. Вот, например, вот эту палку за 20 тысяч я не хочу покупать, потому что там разница. Только две пыльцы за 20 тысяч? Серьезно? Не, это не очень круто. Также, ребята, рюкзачок, который может увеличить ваш capacity до 500. У меня вот сейчас 200, а рюкзак, который стоит сколько, 20 тысяч или 10 тысяч? Да, 10 тысяч. За 10 тысяч я смогу увеличить capacity на 300 вместимости. Не, это тоже не выгодно, это тоже не круто. Вот сейчас, ребят, видеть. Ого, нифига себе, это что за чувак такой? Че у него так много вот этих престижей? Смотрите, 18 штук. Давайте мы сейчас посмотрим, как он выглядит. Так, где он? О, вижу, нашел. Давайте мы сейчас подойдем. Посмотрите, какая у него крутая пчелка. И плюс я вижу, что у него вообще нету спасенных пчелок. Или, возможно, ребята, прикол в том, что эти пчелки сбрасываются каждый раз, когда вы делаете престиж.
То есть, ребят, если вы сделаете престиж, самый первый престиж стоит 30 тысяч, то ваши спасенные пчелки просто улетят, и вы потом их опять будете спасать, ребята, и с помощью спасенных пчелок вы накопите очень много вот этого меда, капелек меда, и, ребята, откроете еще себе кучу новых дронов. В общем, я думаю, что это так работает. Если не так, ребят, вы можете меня поправить в комментариях. Ну а пока что, ребят, на этом я буду с вами прощаться. Вот такой вот ролик получился. Если он вам понравился, ребят, обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем пока, ребят, всем бай-бай.